Филипп идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Штирлиц идет по нашему коридору. А куда он идет? Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Совершенно секретно. Личное дело фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС, 6-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года. Фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукорительно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Штирлиц. А вас я попрошу остаться.